84. Двигатель прогрет, стоит РХХ Шивы Нивы. Шаг всего на холостом ходу, семерочку показывает. 85. Дисплей параметры 1. Расход час 0,85, 0,87. 85. Будем менять РХХ Шивы Нивы на родной. Снял РХХ от Шивы Нивы. Сейчас буду ставить родной. Поставил родной регулятор холостого хода. Сейчас будем делать первый запуск. Должна взреветь до 3500-4000. Сейчас посмотрим. Здравствуйте. Должно взлететь первое включение. Опускается. Смотрит. Дисплей параметры 2. 6. Дисплей параметры 6. Дисплей параметры 1. Обороты 69. Дисплей параметры 2. Температура двигателя 71. Двигатель прогрет. 780, 745 плавает. 72. Делаем второй пуск. Не больше 2000. Нормально. Сейчас выключим. Делаем третий запуск. Здравствуйте. Другое дело. Отлично. Значит, Шива Нивовский РХХ не очень нам подходит. Да, машина на нем не глохнет, но любой запуск первый при горячем двигателе, при холодном, взлетает больше 2500 оборотов и медленно падает. А вот на родном он больше 2 не поднимается, 1500, там 1700. Сейчас посмотрим. Вот еще раз выключаем. Смотрим сюда. Обороты. Здравствуйте. Нормально. Делаем контрольный запуск.
Здравствуйте. Ну, 1500 максимально. Это хорошо. 74. Вывод сам по себе. Нивовский годится, но только как экстренный вариант. Когда 75. Уже совсем плохо глохнет все у светофоров, тогда стоит на Нивском. А так вообще стоит заменить на родной. И вот при нагретом двигателе РХХ шаги должен показывать 21-22 в этих пределах на холостом, ну почти на прогретом двигателе. Вот. Так что 21, отлично. Ну, сейчас отдаем газочек. Вот что значит родной. Ведет себя как надо. Не то, 77. Что Шива Нива РХХ.